Украина предлагает дизельный двигатель 6ТД-2 для турецкой самоходной артиллерийской установки «Фертина-2» калибра 155 мм. В рамках Международной оборонной и аэрокосмической выставки САХА-Экспо-2021, проходившей с 10 по 13 ноября в Стамбуле, Украина предложила оснастить дизельным оппозитным шестицилиндровым двухтактным двигателем 6ТД-2 новую турецкую 155-мм САУ на гусеничном шасси. Об этом стало известно из предложений по сотрудничеству в оборонной сфере, которое представила украинская сторона своим турецким партнерам во время мероприятия под названием «Сотрудничество оборонной промышленности Турции и Украины». Также выступая перед собравшимися, генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря сделал важные заявления об экспорте товаров в Турцию и текущей работы. Вадим Ноздря отметил, что украинский дизельный двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 лошадиных сил предлагается для проекта турецкой САУ нового поколения «Фертина-2». Эта самоходная артиллерийская установка является турецким вариантом южнокорейской самоходной гаубицы «Кей-9 Тандер» калибра 155 мм. Обновленная машина по сравнению с предыдущим вариантом Т-155 «Фертина» получила новую систему управления огнем, учитывающую большое количество параметров, необходимых для повышения точности стрельбы. Для наводчика и командира внедрены тепловизионные и телевизионные приборы. Установлен кондиционер, поддерживающий постоянную температуру для боеприпасов. Имеется полностью автоматическая система перезарядки с манипулятором, позволяющая производить до 8 выстрелов в минуту. В результате количество членов экипажа сокращено с 5 до 4 человек. Благодаря применению новых активно-реактивных боеприпасов максимальная дальность стрельбы превышает 40 км. Еще одной особенностью этой самоходки есть пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением на крыше башни. После всех наработок масса возросла до 48 тонн. Максимальная скорость передвижения по шоссе составляет 60 км в час. Двигатель 6ТД-2 обеспечивает движение техники в любых климатических условиях, в том числе при температуре окружающего воздуха до плюс 55 градусов, и с большой запыленностью воздуха без ограничения скоростных характеристик. Силовая установка компактна, надежна, проста в обслуживании и эксплуатации. Двигатель поставляется на экспорт. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!